Всем привет! В этом видео я покажу несложный дизайн ногтей с гель-лаками S-Flow True Gel. Первый дизайн сделаю с моим любимым красным оттенком Berry Glaze. Сначала наношу два слоя цвета и каждый сушу в лампе. Далее на палитре подмешиваю в основной оттенок черный. Получившимся цветом рисую завитки. Это тот редкий случай, когда завитки не должны быть тоненькими, и цвет узора не обязательно должен быть однородным. Когда тени с завитков готовы, сушу в лампе. После этого снимаю липкий слой. Теперь белым гель-лаком и дотсом самым маленьким диаметром ставлю точки на узоре. Для этого удобно держать под рукой фольгу, чтобы лишний гель-лак убирать на ней. Кстати, не забывайте, что каждая последующая точка становится меньше, поэтому перед тем, как ставить точки, подумайте, где ваш узор из точек будет расширяться, а где сужаться. Когда все точки готовы, сушу в лампе и перекрываю дизайн топа. Снова сушу и снимаю липкий слой. И вот первый дизайн готов. Для второго дизайна буду использовать фиолетовый оттенок с микроблеском Аристобрат. Этот дизайн я делаю таким же образом, как и красный, только завитки рисую другие. Если какая-то часть узора не получилась, то я просто сворачиваю салфетку и вытираю лишнее, затем доделываю часть узора. А вот третий дизайн будет немного другим. Для него я использую темно-серый оттенок Black Opal. Начинаю рисовать небольшие завитки и на них рисую круги, на месте которых будут цветы. Далее все так же. Сушу, снимаю липкий слой и расставляю точки на линиях. Просушиваю в лампе. Теперь дотсом с большим диаметром ставлю точки на круглой тени, чтобы получились цветочки. И снова сушу. Далее подправляю центр цветочков смешанным оттенком для тени. Просушу в лампе и нанесу топ. Снова просушу, и третий дизайн готов. Эти гель-лаки я заказывала в интернет-магазине Гельмарт. Кому интересно, ссылочка будет в описании. Если вам понравился такой простой урок, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видеоуроки.